Я Урчукова Марьяна Исмеловна. В 2011 году закончила Астраханскую медицинскую академию. В данный момент работаю в городе Кисловодске, в детской городской больнице, заведующей педиатрическим отделением. Родом я с села Индичкун. В прошлом девичьем фамилия моя Балова. Жили мы всегда в Черкеске. Напутствие дала мне старшая моя сестра, которая умерла 20 лет назад. Она всегда хотела, чтобы я была медиком. Ну, она заболела онкологией. И вот как бы в душе все надеялись, что как бы я пойду в медицину. Все напутствовали, все прям уговаривали. И я пошла. И вы знаете, я не жалею ни одного дня. Это мое, и в другой сфере я себя не вижу вообще. И почему я вообще выбрала детей именно педиатрию? Потому что ты видишь результат своей работы. Когда ребенок приходит к тебе и с одышкой, или с какими-то там высыпаниями, тяжело, скажем так, да, они же сразу паникают, дети. У взрослых как-то еще время на это есть, а у детей все происходит быстро. И когда ты видишь, что ему становится лучше, и ты получаешь от этого какое-то свое удовольствие, стимул, и идти дальше, и помогать. Кстати, в отделении у нас только двое в один, получается. Это моя старшая медсестра и я. А отделение действительно многонациональное, у нас все нации у нас есть, и мы все независимо от этого дружны. Я считаю, что нации нету вообще, все зависит от человека. И я бы хотела, чтобы все дети на земле не болели.